Ребята, всем привет! Вы на моем канале, и сегодня я вместе с семьей вышли прогуляться в Алупку. Вот тут вот такое вот поле красивое. Всем привет! Привет, Илюх! Там виноград. В село. Едем, едем в соседнее село! Илья, продолжай! Ой, ё-моё! На дискотеку. А вот там куча сена. Так, мы сейчас идем по вот такой вот тропинке. Мы идем. Мы, это я и мои подписчики. Это вам, Мистер. Ага, спасибо. Держите. Я уже устал. Давай вот это. Такс. Есть. Такая вот красотища. Очень далеко я шел. Психи. Так, ну да ладно. Вот идем, сейчас гуляем. По лесочку. Мы сейчас находимся в... Где? В Алупке или Алуше? Мам! Мама! А мы где в Алупке? Мы где в Алупке находимся? Ребят, куча шоколада. Таня, а кто эту шоколадку потерял? Я не знаю. Лошади. Ребят, если вы это видео смотрите, не надо кушать, пожалуйста. Можно! Очень вкусно! Мы пробовали! Ага. Тут кострик. И на костре жарили. Красава. А мы сейчас идем гуляем. Кстати, покажи меня еще, Даня. Подписывайтесь на канал. Вкусные какашки. Да ты нормальный, а? Ой, вообще. Что же? Что за шпана? Палка? Отлично. Мы идем. Вот он и штырь. Палки. Вот она палочка. Палочка. Канал называется «Живая природа». Да, живая природа намного лучше, чем съедобная шоколадка. Не шоколадки, а какашки. Так, ну да ладно, все, проехали. Сейчас мы идем гуляем. Идем гуляем. Мы сейчас должны дойти до озера. Да, о, ребята! Вон оно! О, вау, слышите? А, нет, тут это не то. Это о. Да. Здесь, вон, видите? Идет такой ручей. Вот впадик такой маленький ручеек, который идет прям в озеро. Идем мы по течению. Наконец-то, не наконец-то. Ну, вон там озеро. Сейчас, ребята, мы доходим до очень важного места. Очень важного. Вот, идем, спускаемся. Там дядя рыбачит. Слышите это? Куча лягушек. Лягушка, ребят, угадайте музычку. Правильно, Аксель F Crazy Frog. Кто знает эту песню? Кто, ребята, знает эту песенку Аксель F Crazy Frog, обязательно ставьте лайки. А если не знаете, то просто ставьте комментарии, оставляйте под этим видео. Ну, а мы смотрим. Ребята, смотрите. Таня, позвони мне на мой номер. На твой? Да, не позвони мне к маме.
Ну да ладно. Мы с вами еще увидимся.